Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Знаменитая турецкая актриса Ханде Эрчил сделала яркие заявления о своем персонаже-прокуроре на съемках сериала «Бамбашка Бири», в котором она снялась с исполнителем главной роли Бураком Денизом. В этом специальном интервью о сериале мы собрали слова Ханде Эрчил о ее эмоциональном и ментальном путешествии. Звездочка-звездочка Ханде Эрчил и Бурак Дениз, одна из самых популярных пар на турецком телевидении, возвращаются на экраны с сериалом «Бамбашка Бири». Тот факт, что на этот раз дуэт выступает в роли диктора и прокурора, добавляет сериалу еще одно измерение. Особенно очаровывает зрителей образ прокурора в исполнении Ханде Эрчил. Звездочка-звездочка, говоря о сериале впервые, Ханде Эрчил сделала эмоциональные и захватывающие высказывания о персонаже прокурора. Объясняя чувство, которое он испытал, когда получил роль в сериале «Бамбашка Бири», Эрчил сказал: «Этот сериал действительно особенный проект для меня. Изобразить роль прокурора было для меня большой ответственностью и источником волнения. У меня не было возможности испытать такого персонажа в моих предыдущих проектах. Роль прокурора Лейлы Гедис стала для меня началом нового пути». Звездочка-звездочка, анализ характера прокурора Лейлы Гедис. Давая более подробную информацию о характере прокурора Лейлы Гедис, Ханде Эрчил сказала: «Лейла Гедис – очень сильный и решительный персонаж. Он действует с миссией защиты справедливости и полон решимости преодолеть все препятствия, встречающиеся на этом пути. Но у этого есть и эмоциональная сторона. Он борется со своими внутренними конфликтами, и это делает его характер более глубоким и интересным». Звездочка-звездочка, опыт работы в компании «Бурак Дениз». Ханде Эрчил также поделилась опытом работы со своим партнером по сериалу Бураком Денизом. Заявив, что гармония и химия между ними очень особенная, Эрчил сказал: «Я раньше работал с Бураком над многими проектами, и каждый раз мы узнаем что-то новое. Для меня большое удовольствие работать с ним. Мы поддерживаем друг друга. И профессионально, и лично». Звездочка-звездочка, в конце интервью Ханде Эрчил добавила, что сериал «Бамбашка Бири» ждет зрителей сюрпризами и что каждую серию следует смотреть с большим любопытством. Он сказал, что не хочет раскрывать слишком много подробностей о шоу. Эрчил только что обратился к аудитории со следующим посланием: «Оставайтесь с нами, вас ждут большие сюрпризы». Эти яркие высказывания о персонаже Ханде Эрчил в сериале «Бамбашка Бири», похоже, еще больше взволновали поклонников сериала. Нет сомнений в том, что этот проект представляет собой важный поворотный момент для Ханде Эрчил и Бурака Дениза. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, есть на моем канале. Знаменитая турецкая актриса Ханде Эрчил сделала яркие заявления о своем персонаже-прокуроре на съемках сериала «Бамбашка Бири», в котором она снялась с исполнителем главной роли Бураком Денизом. В этом специальном интервью о сериале мы собрали слова Ханде Эрчил о ее эмоциональном и ментальном путешествии. Звездочка-звездочка, Ханде Эрчил и Бурак Дениз, одна из самых популярных пар на турецком телевидении, возвращаются на экраны с сериалом «Бамбашка Бири». Тот факт, что на этот раз дуэт выступает в роли диктора и прокурора, добавляет сериалу еще одно измерение. Особенно очаровывает зрителей образ прокурора в исполнении Ханде Эрчил. Звездочка-звездочка, говоря о сериале впервые, Ханде Эрчил сделала эмоциональные и захватывающие высказывания о персонаже прокурора.
Объясняя чувство, которое он испытал, когда получил роль в сериале «Бамбашка Бири», Эрчел сказал: «Этот сериал действительно особенный проект для меня. Изобразить роль прокурора было для меня большой ответственностью и источником волнения. У меня не было возможности испытать такого персонажа в моих предыдущих проектах. Роль прокурора Лейлы Гедис стала для меня началом нового пути». Звездочка-звездочка, анализ характера прокурора Лейлы Гедис. Давая более подробную информацию о характере прокурора Лейлы Гедис, Ханде Эрчел сказала: «Лейла Гедис – очень сильный и решительный персонаж. Он действует с миссией защиты справедливости и полон решимости преодолеть все препятствия, встречающиеся на этом пути. Но у этого есть и эмоциональная сторона. Он борется со своими внутренними конфликтами, и это делает его характер более глубоким и интересным». Звездочка-звездочка, опыт работы в компании «Бурак Денис». Ханде Эрчел также поделилась опытом работы со своим партнером по сериалу «Бураком Денисом». Заявив, что гармония и химия между ними очень особенная, Эрчел сказал: «Я раньше работал с Бураком над многими проектами, и каждый раз мы узнаем что-то новое. Для меня большое удовольствие работать с ним. Мы поддерживаем друг друга. И профессионально, и лично». Звездочка-звездочка, в конце интервью Ханде Эрчел добавила, что сериал «Бамбашка Бири» ждет зрителей сюрпризами и что каждую серию следует смотреть с большим любопытством. Он сказал, что не хочет раскрывать слишком много подробностей о шоу. Эрчел только что обратился к аудитории со следующим посланием: «Оставайтесь с нами, вас ждут большие сюрпризы». Эти яркие высказывания о персонаже Ханде Эрчел в сериале «Бамбашка Бири», похоже, еще больше взволновали поклонников сериала. Нет сомнений в том, что этот проект представляет собой важный поворотный момент для Ханде Эрчел и Бурака Дениза. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.